Пашинян избран премьер-министром Армении. Вот сейчас началось самое горяченькое. Думаю, некоторые уже слышат, как шкварчит на сковороде варанье сало. Слышите? В этой шкварке закипает зависть, ненависть, злоба и неопределенность соседа, который сначала притаился, не зная, как реагировать на то, что армяне умудрились сменить правительство всего лишь песнями и танцами, не пролив ни капли крови. А теперь, когда ожидания не сбылись, сосед решил выпустить из своего нутра крысу. Ту самую крысу, которая вылазит из глубин души, когда она необходима для переброски куда-либо. На этот раз крысу подбросили в российские СМИ, интернет-пространство, пытаясь сеять вражду между русскими и армянами. Так что будьте готовы, уважаемые соотечественники, дорогие россияне и все пользователи русскоязычных СМИ. То ли еще будет, и то ли еще предстоит, не все еще закончилось. Если исходить из прошлых сбросов, то в Азербайджане было одно оправдательное и успокоительное средство сарксианалгин. Им они успокаивали свою подлость и трусость тем, что Сарксян, дескать, ставленник Кремля, что Москва на стороне армян. Из-за того, что, дескать, Армения примостилась к России сильной, Азербайджан ничего сделать не может с Арменией. И Россия, естественно, не дает Азербайджану начать войну. Но теперь-то что? Теперь Зурна заиграла, издавая другие звуки. Теперь пишут, что Пашинян ставленник Запада, а Армения отвернулась от России. Казалось бы, если это так, то Азербайджан должен радоваться приходу Пашиняна. Ведь теперь Москва не вмешивается. А нет. Баку хорошо понимает, что выдуманные ими же выбросы в адрес пашиняновского западничества не что иное, как просто стравить два народа между собой. Им почему-то кажется, что в России такое же поколение зомби, как у них самих, где проглотят любую пилюлю, выданную кем-то из Баку. Конечно, у них сейчас самая активная фаза. В ход идет много чего. Не только сами алиевские песики, но и некоторые российские эксперты, кормящиеся в ильхамовской миске, в ильхамовской столовой. Но не будем об этом, тем более пятую колонну никто никогда и не отменял. Я об Азербайджане. Я о том, что власти этой страны вновь выпустили из глубины души ту самую крысу. Каждый раз, когда она необходима, крыска эта, они ее выпускают. Азербайджан просто спит и видит, чтобы хоть как-то рассорить армян и русских. Но хочу огорчить, не получится. Не получится сделать этого ни от своего имени, ни от русских имен, ни от армянских имен, с именами чьих страниц вы порой отписываетесь в интернете. Русско-армянские отношения длятся как минимум с 10 века нашей эры. Тогда вас еще в помине не было. И с тех пор армяне и русские никогда не воевали друг против друга. Они могли за что-то обижаться друг на друга, даже оскорбительно высказываться. Это нормально. Когда люди давно дружат и хорошо друг друга знают, они могут ссориться и тут же мириться. Но воевать никогда. Армяне в русских послов в спину не стреляли. Русские самолеты не сбивали. Глумясь над телами бойцов, русских женщин не похищали из Кубани и не удерживали силком их в гаремах. Вообще считаю столь уничижительное название Геленджик. Надо бы переименовать этот город. Турки назвали это поселение
Геленджиком, потому что увозили оттуда насильно девушек, которые продавались и покупались. Отсюда и перевод на турецкий Геленджик, поселение невест. Кстати говоря, турки были настолько разнообразны в своей сексуальной сфере, что продавались и покупались там не только девушки, но и юноши. Причем тут турки, скажете вы. Все просто. В Баку политика слогана «Ики дювлят, бир милят». Два государства, одна нация. А раз нация одна, то и удары в спину от одних и тех же. Выбрали слоган, отвечайте за него. Теперь об армянах. О том, почему не получится стравить два народа, армян и русских. Армяно-русские отношения начинают свои истоки с X века, как я уже сказал. Заметьте, с X века, задолго до того, как мир узнал такие народы, как азербайджанцы, турки и все прочие из тех, кто пытается вбить клин между армянами и русскими. И не только русскими, но и другими восточнославянскими народами, в том числе украинцами и белорусами. Шутка ли, когда армяне почти 600 лет уже как веровали в Христа, славянские народы были язычниками, поэтому представители армянского народа сыграли одну из главенствующих ролей в принятии христианства на Руси. 987 рік. Византійський імператор звертається до київського князя за допомогою. Переговори завершуються шлюбною угодою, за якою київський князь Володимир повинен одружитися із сестрою імператора Анною, візантійською принцесою, яка, до речі, за походженням була вірменкою. І виявляється, що її македонський рід наполовину був вірменським. А ряд армянських святих стали почитатися русською, українською і других славянських православних церквях, в тому числі Григор Лусаворіч, он же Григорій Армянський, в честь которого назван один із куполов московського храму Василія Блаженного на Красной площади, а армянський іконописець Богдан Салтанов був главним мастером оружейної палати при Алексеї Михайловичі і автором видающихся ікон Русской православной церкви, являющимися святынями этой самой церкви. Армяне упоминались и в самых древних берестяных грамотах на Руси. В XI веке в житии святого и блаженного Агапита, книга «Потерика» Киево-Печорской лавры, в слове 27 говорится и об армянском врачевателе. Надо сказать, что об армянских врачевателях часто упоминали писания отцов церкви русской православной. Также армяне принимали участие в битве с татарскими ордами, защищая русские княжества, и достаточно источников на эту тему. Армяне стали и законодателями слуцких поясов, которые позже стали основной деталью одежды бояр на территории нынешней Беларуси. И армянские корни слуцких поясов. Ученые и исследователи из 7 стран собрались сегодня в Национальном художественном музее, чтобы поговорить о вкладе армянского народа в историю Речи Посполитой. Первые армянские поселения на территории Европы появились еще в 12 столетии. С тех пор свою роль этот народ сыграл в развитии Польши, Украины, Литвы. В середине 18 века на службу к радзивиллам пригласили мастера Аваніса Маджарянца. Он вошел в историю под именем Яна Маджарского, который предложил Михаилу Радзивиллу создать фабрику для изготовления поясов с золотом и шелком. Именно об этих слуцких поясах позже заговорят во всем мире. То есть совершенно не случайно и сегодняшняя конференция проходила в зале художественного музея, где сейчас выставлены знаменитые пояса. С армянами Сафрасом и графом Лазаревым связан алмаз Орлов, который вставлен в корону императрицы Екатерины II. А армянский купец Закар Саградов преподнес в дар царю Алексею Михайловичу алмазный трон. И в настоящее время этот уникальный алмазный трон хранится в оружейной палате Московского Кремля. Неоценим вклад армянских военачальников в завоевании ряда побед в нескольких русско-турецких войнах, русско-персидской войне, русско-кавказской войне и других войнах.
Какая бакинская пропаганда может нести клин в армяно-русские отношения, когда есть такие армяне-генералы русской императорской армии, как Василий Бебутов, Давид Бебутов, Михаил Лорис Меликов, Валериан Мадатов, Арзастер Гукасов, Иван Лазарев, Давид Зелянов, Яков Алхазов, Николай Ахвердов, Василий Маркозов. Только одних князей и генералов несколько десятков. Не говоря уже об офицерах и рядовом составе среди армян в русской имперской армии. Загляните в список и лопните, наконец, от зависти. А Михаил Триелович Лорис Меликов, министр внутренних дел Российской империи, был автором одной из первых конституций Российской империи. Что ж, думаю о Великой Отечественной войне и говорить-то не приходится, учитывая армянских маршалов и генералов, и учитывая, что армяне народ, который в два раза меньше по численности тех же азербайджанцев, но выдал в два раза больше героев СССР за годы войны, чем те же клинобиты из Баку. Поэтому, когда пытаетесь подсунуть крысу, помните, кому пытаетесь ее подсунуть. Армянам так много лет и так много славных страниц, что на каждую вашу крысу мы можем подложить игуанодона. Если, конечно, вы знаете, кто это. В завершении снова о Пашиняне. Я ознакомился с комментариями из прошлого выпуска «Ереван. Революция. Прав». И был готов к тому, что не всем понравятся мои высказывания на фоне всеобщей такой эйфории. Ну что ж, извините, таков я есть. Я не обязан делать то, что делают другие. Вообще стараюсь не взлетать слишком высоко, чтобы было не больно падать в случае чего. Поэтому и ликования не было с моей стороны. А чему радоваться-то, позвольте узнать. Разве что Серж Саргсян не у власти. Этому я рад, конечно, впрочем, как и большинство. А больше-то и нечему радоваться. Во всяком случае, пока нечему. Почему я должен радоваться Пашиняну? Только потому, что он стал премьером? Разве крестьянин празднует свой посев? Разве крестьянин радуется посевной? Нет, конечно. Крестьянин радуется урожаю. Так почему я должен пребывать в эйфории, как все, если урожая пока не было от Пашиняна? Как пойдут первые всходы, так я первый начну, конечно же, ликовать. А пока дайте работать человеку, хватит торжествовать после каждого его действия. Пашинян политик, он выбрал себе эту стезю. Пашинян не артист, чтобы нуждался в ваших аплодисментах. Не нужно баловать ни его, ни себя. Выбрали? Замечательно, пусть работает. А плоды и так останутся. Если они будут, они станут явью. И тогда можно будет к чему-то аплодировать. Это нормально. Оставайтесь в здравом, в трезвом мышлении и хладнокровными, как избиратели. И не давайте пользоваться ситуацией и вбивать клин в российско-армянские отношения. Да, они действительно нынче не сладкие, да, внешняя политика России нынче оставляет желать лучшего, но наши многовековые отношения, они наши, и не вчерашним отпрыском орд вмешиваться в эти самые отношения. Увидимся совсем скоро.